Ребят, всем привет! Приветствую на своем канале. И сегодня я вам покажу свои посылки с Алишки. Буду сейчас делать распаковочку. Покажу вам очень крутой товар. Смотрите, не пропускайте. Так, мы начинаем нашу распаковку. Как и обещала. Вот. Вскрываем пакетик. Что у нас тут такое интересное? Опа! Вот такие вот бокальчики. Крутецкие. Смотрите, какой он шикарный. Просто бомбический. Кстати, из нормального качественного стекла, я хочу сказать, не легкий такой, то есть достаточно крепкий и прочный. Очень клевый бокал. Так, мне нужно, получается, вскрыть остальные коробочки для того, чтобы посмотреть, все ли бокалы целые. Сейчас я вскрываю остальные коробочки. Здесь у нас бокальчик тоже целый. Вот, я сейчас вскрыла один пакет, все бокальчики у меня там целенькие, все 7 штучек. Сейчас буду вскрывать второй пакетик. Много сейчас грязи, короче, будет у меня с этих пакетов, но зато я вам все бокалы покажу. Покажу все подробненько сейчас. Видите? Красота. Просто красотища. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 13 бокалов. Итак, вот они все мои 13 шикарнейших, красивых, элегантных бокальчиков. Сделаны, еще раз говорю, из прочного стекла. Высота у них 15 сантиметров и объем получается 150 миллилитров. Можно использовать в домашних условиях лично для себя, можете на подарочки. Для девичников очень классно они подойдут. Мне кажется, таких бокалов не будет ни у кого. Поэтому, если это видео было для вас интересным и полезным, ставьте ваши лайки. Ссылочку на данный товар в магазине AliExpress я сброшу под этим видео. И не забывайте подписываться на мой канал. Пока-пока!